В рекордные сроки уложен верхний слой асфальта на участке от Маяковского до Полевой на улице Арцебушевской. Комплексный дорожный ремонт выполняется с опережением графика. Подрядчик уже выполняет работы, запланированные на 2021 год. Сейчас по обновленному участку уже ездят машины, а на тротуарах рабочие укладывают плитку. Небесная канцелярия благоволит дорожникам, и возможности для работы пока есть. Комплексный ремонт улицы Арцебушевской выполняется на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это участок от переулка Тургенева до улицы Льва Толстого. Здесь уже нанесли разметку на проезжей части и установили бордюры. До конца строительного сезона планируется обустроить газоны и завершить укладку тротуарной плитки. Для этого сначала формируются щебеночные основания, затем кладут разделительный геотекстиль, слой песка и плитку. В рамках муниципального задания, то есть к муниципальному контракту, было выполнено, что плитка должна иметь класс по морозостойкости F200, то есть это достаточно большое количество, то есть это более 200 переходов через ноль. Улица Арцебушевская – одна из ключевых транспортных артерий исторического центра Самары. По ней проходят маршруты городского транспорта и трамвайные линии. В этом году ремонтные работы планируются завершить до середины ноября. Но Арцебушевскую продолжат комплексно благоустраивать и в следующем году. Весной она обновится полностью. Олег Зверев, Василий Колдашов. События.